Друзья, в этом уроке мы с вами настроим рекламную кампанию в MyTarget. Если вы настраиваете рекламу в MyTarget, то она показывается и ВКонтакте, и в Одноклассниках, и на Mail.ru, и в Юле. То есть сразу на нескольких площадках показывается ваша реклама. Так, для того, чтобы настроить, нам нужно в первую очередь зарегистрироваться. Ссылочка на этот сайт будет под этим видео. Нажимаем на кнопку «Запустить рекламу». Далее в всплывающем окне нажимаем ссылку «Зарегистрироваться», вводим e-mail и придумываем пароль. Ставим галочку «Я не робот» и нажимаем на кнопку «Продолжить». Итак, подтверждаем почту, заходим в свой ящик. Обновляемся. Так, социальные сети зайдем. Угу. Вот это письмо попало в папку «Социальные сети». Все, подтверждаем регистрацию, нажимаем на кнопку. И сразу же попадаем в кабинет. Так, дальше нам нужно произвести настройки нашего аккаунта. Язык русский. Тип клиентского аккаунта – рекламодатель. Далее, страна регистрации – Россия. Валюта – рубли. Физическое лицо. Оферту прочитал. Можете ознакомиться с офертой, кликнув на ссылочку. Ставим галочку «Я прочел и согласился». Далее вы можете настроить почтовые уведомления, какие вы хотите получать. Если не хотите получать, просто убирайте эти галочки. Ставим галочку «Я прочитал и принимаю условия политики конфиденциальности». И ниже голубая кнопка «Завершить регистрацию». Отлично. Мы зарегистрировали кабинет в MyTarget, и сейчас мы его подключим к другому сервису GetUnic, который позволит нам экономить 30% на нашей оплате. Вообще, если вы будете оплачивать без GetUnic, сразу пополнять ваш баланс, допустим, вы пополнили на 1000 рублей, вам зачислится только 800 рублей, то есть 200 рублей, 20% списывается налог НДС. Если вы выполняете через сервис GetUnic, то тогда вы экономите эти 20%, плюс еще они дают 10% подарочных. То есть платите 1000 рублей, получаете 1100, к примеру. Платите 10 тысяч, получаете 11 тысяч. Так, для того, чтобы подключить аккаунт GetUnic, переходим на сервис GetUnic. Я уже в своем кабинете, регистрация здесь простая. Зарегистрируйте здесь аккаунт, как обычно, вводите почту, придумываете пароль и заходите в свой аккаунт. Далее вам нужно будет подключить ваш аккаунт MyTarget к этой системе. Нажимаем на MyTarget, добавить новый аккаунт. Важное замечание, аккаунт должен быть новый. То есть, если вы зарегистрировали аккаунт на MyTarget, добавили туда рекламное объявление, пополняли баланс, то такой аккаунт уже вы не сможете добавить в GetUnic, не сможете пользоваться функциями GetUnic. Поэтому сделайте это сразу, как только вы создали аккаунт на MyTarget. Так, запрос на разрешение доступа. Разрешить доступ. Все, отлично. Вот аккаунт добавился. Мы его здесь видим уже в GetUnic. Ссылку на GetUnic я тоже вам скину под этим видео. И теперь нам нужно пополнить баланс. Для этого нажимаем вот с правой стороны. Внести депозит. Далее вам предложено будет добавить новый профиль. Добавляете новый профиль. Платежный профиль. Там просто ваши данные, фамилия, имя, отчество, ваш адрес. Ну, в принципе, все. Добавляете ваши данные, и уже они сюда подставятся и отправятся на модерацию. Нужно будет подождать некоторое время, и потом можно будет пополнить.
Вот смотрите, на 2400 пополняете, сумма для оплаты 2474, но зачислится вам 2640. Давайте ровную сумму сделаем для подсчета. 1000 рублей. Нужно оплатить 1030 рублей, это с комиссией, а зачислится вам 1100. Если бы вы оплачивали ту же самую 1000 напрямую на MyTarget, то вы бы получили только 800 рублей. Здесь вы получаете 1100 рублей. Вот таким образом работает Getunic. Сейчас нам нужно дождаться модерации и пополнить рекламный кабинет.